Спасибо, Гермиона. Спасибо, Виктор. И я представляю вам следующих наших участников. Это Геворг Топчиян, Алексей Сенин, гитара, и Анатолий Шаров, скрипка. Добрый вечер, гора! С праздником вас! Мы сегодня с удовольствием споем вам песню Леонида Семакова. Его имя прозвучало в ряду прочих авторов, которые, к сожалению, ушли от нас. Именно сегодня, 7 июля, ему бы исполнилось 71 год. Песня о зимней любви. Называется она «Метелица». Собаки лучшие нас искали, мучались. Местные тимуровцы шастали везде под снегами жуткими, вилами нащупали нас под полушубками на десятый день пролет. Твою я беду, губы волчьи ягоды, целовать бы надо бы, целовать бы в кровь, на заре на розовой, в березе березовой, на морозе мерзли бы, кабы не любовь, кабы да была луна. Знала бы луна одна, почему не холодно было сосны. Кабы не метелица, нам бы не осмелиться, ликовать бы день.
весны. Кабы не метелица, нам бы не осмелиться, ведь ковать бы девице девка до весны. Кабы не метелица, нам бы не осмелиться, вековать бы девице в девках до весны. Спасибо! Георг Топчиян, Алексей Сенин и Анатолий Шаров. На сцену приглашается Дмитрий Богданов и Константин Тарасов. Еще одно имя, которое необходимо нам сегодня вспомнить, это Виктор Берковский. Буквально через несколько дней, 13 июля, мы будем отмечать день рождения Виктора Семеновича. Ему исполнилось бы 80 лет. А Дмитрий Богданов – это старинный, его единственный, неповторимый, на самом деле, аккомпаниатор, с которым он 20 лет стоял на одной сцене. И Константин Тарасов, музыкант, гитарист, аранжировщик всех альбомов песен нашего века, художественным руководителем которого был Виктор Берковский. Ребята, пожалуйста, мониторы дайте, ничего не инструменты, но невозможно играть. Спасибо.